сегодняшнюю игру, кстати, настраивались не то чтобы прям очень-очень-очень сильно, потому что команд мало оказалось, но настраивались. И поездка, с учетом того, что поездка была сегодня 3 часа сюда, это немного сказалось, немного все-таки уставшие. Вынужденные меры. Что не сделаешь ради суперфинала Лиги Губернатора? И в Сызрань поедешь, как говорится. Спасибо за рюкзаки. Выйти на этот весенний этап, выйти в суперфинал, попробовать себя на МТЛ-арене, очень интересно, очень хочется туда поехать. Не знаю, как получится, нет, посмотрим. Яна Андреевна, у вас какие? Поболеть за мужа, потому что я его люблю. Отлично начали Лигу Губернатора сегодня здесь, в Сызрани. Ребята показывают классную игру, что не игра, то сплошное удовольствие. Сейчас играем четвертьфинал, надеюсь, нас ждет шикарный финал. Несмотря на то, что мы лишились одного кольца, но все равно все идет отлично. Надеюсь, на таком же отличном уровне пройдут игры в Тольятти, в Самаре. И нас ждет шикарнейший суперфинал. Увидимся там. Все было супер. Казахам респект. Они молодцы. Хорошо сыграли. Была очень хорошая борьба и побольше бы таких игр. Все сказано уже. Что ждете от финала? Такой же игры хорошей. Хорошего призового фонда.